Она специализируется на охоте за крабами. Но большой краб – это опасная добыча. У него мощные клешни. Однако каракатица обладает одной замечательной способностью. Ее кожа содержит миллионы пигментных клеток, благодаря которым она может менять окраску и рисунок. И все это явно завораживает краба. Каракатица может быть и хитрая, но акула крупнее. И она питается каракатицами. Пора исчезнуть. А теперь снова на охоту. Новая жертва, но тот же завораживающий прием.